Эмблема серии Апогей – это лимитированная эмблема, выпущенная специально к китайскому Новому году. Получить ее можно при регистрации в специальной программе на китайском рынке в течение следующих 12 дней. В этом видео я покажу, как это может сделать каждый из вас. Инструкции поделился на своем канале Cheese Forever. Итак, первое, что нужно знать, сейчас возникают проблемы с получением эмблемы со смартфонов на Андроиде. Так что, если кто-то сможет это сделать, напишите инструкцию в комментариях, и я его закреплю. Если же у вас устройство на iOS, iPhone или iPad, то вам нужно пройти по ссылке в описании видео и скачать приложение. В нем все будет на китайском языке, так что двигаться будем на ощупь. Сначала вас попросят ввести свой номер телефона для регистрации. Для российских номеров нужен код плюс 7, его можно найти на букве И. Для подтверждения, что вы не робот, доведите кусочек пазла на картинке с помощью слайда. После того, как введете номер, дождитесь SMS с подтверждением кода. Мне пришел он со второй попытки, так что, может быть, есть какие-то сбои. После того, как введете код, жмите по черной кнопке, а затем пропускайте шаг, нажав на маленькую надпись справа сверху. В следующем меню выбирайте ПК, а затем иконку с логотипом Destiny. В следующем разделе зайдите во вторую вкладку и нажмите на заголовок с картинкой стражей в сетах солнцестояния. Прокрутите текст вниз до появления ссылки с синим текстом. Жмите на нее. В новом окне нажимайте на красную кнопку и во всплывающем уведомлении также на красную. Затем выбирайте синюю кнопку с надписью Steam и логиньтесь с помощью вашей учетки. Если у вас включен Steam Guard, то скопируйте проверочный код из письма на e-mail. После этого возвращайтесь назад на меню с красной кнопкой и нажимайте ее. Вам должен открыться код. Если он не появился, выйдите назад, нажав кнопку слева сверху и потом обратно по ссылке. Код нужно вводить на сайте Bungie в разделе «Погашение кодов», как обычно. После этого перезапустите игру, если вы сейчас в ней. После логина заходите в коллекцию, раздел «Аксессуары», «Эмблемы», «Общее» и забирайте вашу эмблему. Поздравляю с китайским Новым годом!